Отож, дорогі друзі, ми повернулися, як ми і обіцяли, до нас уже завітав наш гість, якого ми просто раді представити. Сьогодні у нас в гостях Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Здравствуйте, особенно рада Инна, потому что она что-то ждет, как меня будут кувыркать через плечо опять. Так, у меня до вас сегодня особистое прохание, сделать так, чтобы Витя лежал. Я на диванчиках пойду полежу. Это как, это сразу с ноги? Ось, если можно, то так. Вот так, Инна, да, я тебе отдал найкращі метелики своего життя, а ты... Отож, сьогодні говоримо про самооборону. До речі, новорічна ніч – це ніч, коли дуже багато людей на вулиці, одиноких, самотніх жінок, і іноді на них… Це звичайно, це був намек, або як? Це значно так – одиноких жінок. Так, іменно так, так. Мужчини, берегіть. Ні, пригод. Ні, можливо, і самотніх нещасних чоловіків, таких як Віктор Радіченко. А чому нещасний? Потребують допомоги. Щасний, так? Самий щасливий, так. Отож, як можна захистити себе від нападу, не дивлячись на... Якщо саме дуже простое, це неожиданність. Более того, это самое, как это называется, даже неожиданность, даже сказать «ладно». Это вы кому советуете? Это мы всем сейчас советуем. Это в данном случае всем. Здравствуйте, уважаемые зрители. Еще раз совет для всех. Самое главное – это неожиданность. Mm-hmm. Неожиданность, когда к вам пристают, опять же, надо, как бы вам сказать, не то, что там подошли, сколько времени, а на ему в зубы. Он, извини, ты хотел время действительно. То есть... Mm-hmm. У меня, кстати, постоянно спрашивают сигареты всегда ночью. Вот тут... просят, это и как бы... Ну, они просто бачат, что маленькие, худенькие... Хотел только сказать, хорошо, что это не я сказал, это будем считать 1-0 в твою пользу. В данном случае, да, у меня закурить не спрашивают. Левша моя. У меня не спрашивают совсем. Не спрашивают вообще, да. Говорят, вроде как не курящий. Ты же бачишь, Виктор, треба якось працювати над своєю формою. Я так розумію, це пішло лаверди, да? Ні, в даному случае, да, он працює над своєю посмішкою. Да, видишь, это да. Але одною посмішкою живий не будеш. Это 2-0. Я хочу сказать, знаете, вы что у нас эфир уже КВН уже начался. Уже развлечение. Значит, очень просто. Когда пристают, действительно пристают и что-то хотят, там, я не знаю, деньги, телефон, жаль, я без телефона, меня забрали уже на входе. Да. Отжали все-таки. Да, вон, кстати, телефон лежит, дайте мне этот телефон. Зараз, без питань. Вот, отлично. Все, пошли, да? А теперь, смотрите, да, я убегаю. Когда вас просят телефон, будем считать, что вот, смотрите, раз, положил. Видишь, как? Вот, в данном случае, вот плохой мальчик, он будет просить у меня телефон. Там, есть ли там телефон, дайте закурить. И если сразу непонятно, или, допустим, их двое, невозможно сразу справиться. Иногда, да, положил. Да, штучку. Положил. А то я так чувствую, что сейчас долететь в другую сторону. Вопрос какой? Вопрос, даже есть смысл его начать отдавать, или даже отдать, и сказать там, да, я там, ну, как-то прикинуться, я как-то мне не получается сильно прикинуться, ну, ты сыграешь это роль, хорошо. Да. Вот и отдаешь, и человек берет телефон, начинает мацать, и в этот момент бить. Вот именно в этот момент, когда он отвлекся. Но бить, опять же, бить не просто как-то... Аж пересоку в горле. Да, а бить как-то неожиданно, желательно, чтобы не уронил, да. И желательно как-то вот снизу. Можно камеру направить немножко сюда, в район? А не, я думал, бить будет того, кого телефон держи. Ну ты же у меня забрал телефон. Да ладно, вот. Ладно, я шучу. Атака расслабленной рукой, желательно в уровень паха. То есть вот таким макаром, можно даже кричать. А, чтоб я не буду это писать, расслабленная на была, да? Расслабленная рука, да, она должна быть. Нет, потому что когда вот так стоять, как никто не ударит. То есть надо именно расслабленная. То есть пока я уже там смотрю и так далее. Да. А если не буду дивитися в телефон, я бы одразу поклала. И побег. Опять же, телефон, я говорю, что он же не просто вот мы даем, давай, забирай мне телефон. Ты сначала дай телефон, есть телефон, а потом, я не хочу, я не знаю, там сам процесс, когда я уже отдаю. Для чего мы даем телефон, собственно? Для того, чтобы нападающий немножко расслабился. То есть, когда он получает желанную вещь, он же как бы вроде как. Все уже, да. Да, как бы дело сделано, да. Но он же, опять же, я не знаю, что если я большой и сильный взял у него телефон, то чего сразу убегать? То есть я стою, там, плохой мальчик, там, на типа, иди, да. То есть, по сути дела, даже не я убегаю, я его отправлю, беги. Да, но пока я занят телефоном, Витя, что может делать? Бить, наносить удар, потому что я смотрю сюда, он наносит удар в пах, расслабленной рукой, неважно. А что еще можно, кроме этого? Вот, самое главное, я же хотел продолжить. Расслабили, пока он расслабляется, и потом атака уже может быть в голову. Почему? Потому что руки опущены. Снова пересок в горле. В шею, да, в шею. Ну, в шею, опять же.
Шею не надо ничего мудрить, обычным ударом. Но получается, ты сюда, бам, и сюда сразу. Или как-то то так. Да-да-да, и сюда. Причем это можно обязательно... Ой, друзья, обязательно краще купить большую. Телефон, знаете, чем связываться. И один из вариантов еще, например, то же самое, допустим, атака, и вот если такая вот прическа, есть за что ухватиться. Да, оригинально, да. Есть за что схватиться, можно схватать. Но сейчас, понимаете, сейчас шапки в основном. То есть мы не видим, есть ли там прическа. Еще сказать, что ворвал шапку, понимаете? Да, у нас был такой один пример в стране, да? Да, бывает. Да, да, да. Ну там шапки, я так понимаю, были не вязанки, а такие побольше. Да. Поэтому вопрос какой. То есть, опять же, можно наносить удар в пах только расслабленной рукой. Обычно крепкой рукой, то есть... Пальчиками. Так, а, кстати, эту шапку можно натянуть на лицо сейчас. По сути, да. Но, опять же, мы натягиваем для чего? Для того, чтобы что-то делать, какие-то действия. Опять же, действия должны быть, либо мы бежим, оставляем телефон, и если нас хотят уже там не просто телефон, а еще и подъедят. А якщо взяти у людини в руках телефон, ти йому шапку натягнув, поки він світ не розумієш, що схватає телефон. Да, ну в такому случае, нет, выхватить может не получиться по той простой причине, потому что, когда ему натягивают шапку, он же тоже что-то делает. Реагирует. Он же не стоит, как пень, натянули. Да, стоит. Да, все. Как бы, опа. И, а, и телефон еще так. Да, еще и завис вот так вот. Знаете, как бы, как попугайчика накрыло. Выключили, да, клетка и тишина. Да, то есть он тоже там как-то дергается, что-то хватает, что-то начинает, может, махнуть в ту сторону. Да, это несколько секунд, делать секунды просто. Отвлечение. Поэтому, опять, насчет волос возвращаемся. То есть, удар какой-то, ай, хватаем его, и можно просто дергать. То есть, даже маленьким весом. Да, тут главное, чтобы это не оказалось, знаете, как у некоторых у наших, не у наших, а у зарубежных певцов, чтобы схватил и оказалось приклеилось. Да. Ну, кто знает, у меня может тоже приклеено. Да, поэтому проверяйте. Поэтому и носить после эфира, чтобы ведущий не побачил мою выскучу лиску. Мы вдарили, потягнули за волосся. Якщо людина, ось, наприклад, я до вас можу и не дотягнутися без підборів, щоб за волосся схопити, та й сили мені вас вдарити. Будет интересно, да, посмотреть, как скакает. Сейчас подождите. Шапку вам. Это Тайсон делал. Он подходил очень низко и аж прыжка бил вот так вот, да. Но это Тайсон. Я тоже не Тайсон. Ну я. Итак, да. Так, взагалі. И я подхожу. А что робити? Я так и не понял, что ты хотел. Ну, смотрите, если я не могу вдарить добре вас. Отлично. Я хочу. Потримай мене. Я не на підборах, тому що зима, взимку по льоду я не хожу на підборах. Я стала трошки менше. Я не можу до вас дотягнутися, але й вдарити вас не можу добре. А почему? Так, щоб ви зігнулися. У мене немає стільки сили. А так в тому-то що і діло. Здесь главное не сила. Уважаемые зрители, главное не сила, главное неожиданность. Причем эта неожиданность может быть... А, кстати, насчет неожиданности. И если вы собрались бить, бейте уверенно. Именно уверенно. То есть не так должно быть, знаете, там... Я буду бить. То ли вдарит, то ли нет, да? Да, вот это вот, чтобы не получилось, как вот это вот... Вот так вот... Шалун, это... да, чтоб не так же, да, удар должен быть. Это, знаете, как в фильмах иногда там, сейчас стрелять буду. Ой, нет. Да, уже не хочу, да. То есть, если решились бить... А это решение приходит в тот момент, когда вы явно ощущаете угрозу, то надо бить уверенно и без жалости. Потому что начинаете любая жалость, слабинка, вы не нанесете хороший удар. Зараз люди ходят в пуховиках, и так, что даже если сильно будешь бить, цей удар будет пом'якшений. И людина не відчує удару, ты только будешь его гамселить, а він его не відчує. Это точно. Но с другой стороны, есть еще такой момент, я не знаю, конечно, сейчас у нас улицы убирают, жаль, конечно, палок не лежит, никаких кусков кирпича, Арматуры. Насчет, правильно, в данном случае, если ассоциировать маленькую девушку, или там, вот в данном случае, да, и она у нас стоит, она небольшая у нас, миниатюрная, и стоит большой дядька, реально что-то хочет, то самое лучшее это отдать, если это мы говорим за материально, ну там, телефон, деньги. Ну, по сути, мы, ну, честно, такая вот, как бы, парада, да, вы ничего не сделаете, да, потому что мы, опять же, если мы говорим, пуховики, он стоит, я не знаю, в бронежилете, с автоматом, да, то вы ничего не сделаете, ни в кадык не ударите, потому что он, да, действительно высокий, вы до него не дотянетесь, а даже если дотянетесь, то это будет комариный, потому что зараз, дійсно, чоловіки ходять у великих шарфах, у пуховиках, и сильно вдарити не вдасться. Краще сдатися. Обмундирування. Да, и или и сдаться. Да, например, допустим, я дала мне там на вот сейчас программа, да. Понимаете, это советы ворам. Типа, одевайте сейчас зимой, зима, пора хорошая для краж, знаешь. Да, но с другой стороны, те же самые плохие люди должны тоже помнить, что человек, которого забрали iPhone за 6 тысяч или за 8, он на него всю жизнь копил, он действительно схватит кирпичи. Как только вы отвернетесь,
он по горбу его зарядит. Да, вам. Поэтому кирпичом, как бы, даже если по кровике будет достаточно. Виноват, да. Да, я почему не говорю, допустим, удары, бить в колено. Вы понимаете, очень часто бойцы говорят, бить в колено. Но это надо бить, уметь в колено бить. То есть не просто там попасть. И надо именно действительно попасть. Если вы хотите попасть, можно камеру в район колена? Давайте. Колено. Посмотрите, да. Вот говорят, не, просто да. Ставь. Вот у него район колена. Вот так вот бить прямым носком, это можно, если вы профессионал. Потому что если вы не профессионал и вас что-то хотят, вас типает, трухает, вы просто промахнетесь. Mm-hmm. Поэтому самое лучшее бить либо внешней частью, желательно подошвой, либо внутренней частью, либо внешней. Причем без внешней, разницы, я думаю, такой будет ногой, сильнее, да. Да, даже? Что? Внешней будет сильнее, мне кажется. Я бы не сказал, тут нету, как бы, внешней сильнее, когда мы стоим с этой позиции, и мы явно замахиваемся, мы явно бьем. Но если нам надо неожиданность, эффект неожиданности, то будет внутреннее, будет быстрее. Бум! Пока человек ай, можно либо бежать, либо те же волосы вниз. Або добывать. А добывать, опять же, если он по хорошей, опять же, вот, рекомендуют бить коленом. Ну вот представьте, допустим, большой я дядька. Меня Витя, например, ударил в колено. Ну да. То есть вот, мы бьем вот раз. Да, только опять же, вот видите, это вот не профессионал. Вот видите, как он бьет. Раз. Да, то есть вот так вот бьет. Ага, бьем. Да, то есть желательно. Сейчас так развернули. Да, 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 это уже получается танцы. То есть получается, удар, да. Но опять-таки, чтобы так ударить, надо отойти хорошо. Не обязательно. Тогда в этом случае просто тут как бы. И опять-таки, сам момент, сам момент. И опять же, лучше бить ближайшую ногу в ближайшую ногу. Но если мы на ближайшей ноге стоим. Здесь проще. Да, по сути дела, так. Да, да, да. То есть ударить, пока он ай, и вот здесь, вот так, удар коленом, например, даже если с прикладом сверху, то есть, то удар коленом для меня он будет нечувствительный, потому что надо его уметь бить. Поэтому лучше его либо схватить меня, даже, допустим, если у меня нету волос, то как за шею как-то за так, уши, там, и просто, да, толкать и убегать. При этом уже не думать за телефон, потому что обычно даже получилось, он кинул, ура, телефон упал, он пока там начинает телефон, тут уже встал. Как вариант, то есть такого, да. Отож, ми дякуємо вам за те, що вот ви так, навчили. Да. Ми прямо, так. Да, я боюся так персійно працювати далі, розумієте, вона жорстока. Вона із того розряду, знаєте, Новий год. Да. Вот мені теж подобалось. От саме начало у Єни, так. Да, женщины, и вот все вышли на Новый год, на новогоднюю, да, и начали, да, и вот уже даже не знаю, защищать или все-таки как-то, кстати, одинокие женщины, вы не паникуйте, у нас одинокие мужчины тоже есть. Да, поэтому должны найти друг друга. Да, новогоднюю ночь. Не нападайте ни на одинокую. Точно, любите друг друга, зачем нападать? Все хорошо. Второй вывод уже, каждый раз мы делаем вывод о том, что может все хорошо. Лучше любить, да. Может все-таки время сказать и угостить сигареткой. Точно. Не будет закурить, конечно, давайте попьем кофе и все, глядишь, уже новогодняя ночь хорошо прошла.